А размерный ряд какой? Вот самый максимальный. То есть, начинается от эски до 52-54. Вообще можно заказывать даже до 60-го размера. Еще у меня вопрос, знаете, какой задавали зрители? Называется фирма свободного артиста. Артиста, ага. А это у нас что? Тоже релакс. В общем, дорогие друзья, обещаю вам сегодня показать Марк Анталию следующее видео, но оно будет следующим видео, потому что очень много запросов у меня по коже, где купить кожу, какая кожа, какой ассортимент, какие шубы. В общем и в целом, я договорилась здесь, потому что неохотно-то и дают снимать. Вот мы походили здесь по местным магазинчикам, неохотно дают снимать, но я объяснила, что я YouTube-блогер. И разрешили мне, отвезли нас в магазин, большой магазин кожи. Я вам сейчас покажу ассортимент, покажу цены. Сразу скажу, цены все делите пополам, как минимум. Ну, они, конечно, торгуются не очень охотно, но торговаться нужно, и нужно это делать уметь. Потом покажу, после этого пойдет следующее, это уже вот здесь торговая улица у нас рядом с отелем проходит, то что если вы заходите на улицу, вас зазывают в магазинчике, какой ассортимент там и цены. Но что хочу сказать, вот сегодня мы уже посетили их немало, я, конечно, не все снимала, наверное, магазинов уже было сегодня 5. И вот такой вот большой разницы между вот этим магазином, который был от отеля, нас везли, и те, которые на улице. На улице даже еще, знаете, вообще цену там то же самое, то, что мы видели, $720. Я говорю, да они везде по $600, а вы по 720. Но я же, говорит, знаю, что вы будете торговаться, поэтому я вам говорю больше. Поэтому имейте в виду, ну, я думаю, что те, кто часто ездит в Турцию, это знают, а те, кто едет первый раз, имейте в виду, что очень часто хотят больше, чем эта вещь стоит, мягко говоря. Ну, а теперь давайте посмотрим на ассортимент кожаных изделий, а уже Марк Анталия, это будет следующее видео. Магазинов кожи в Кемере довольно-таки много. Мы сегодня с вами приехали, называется у нас... Вот таким вот образом магазин кожи артиста, кожа меха. Как его можно найти? Даже не знаю, как вам правильно подсказать, но расположен он вот здесь вот отель Кристалл есть, 5 звезд. И вот за этим отелем Кристалл находится вот такой вот магазинчик. Давайте с вами сейчас посмотрим. Самый главный ориентир, вот она, часовая башня, и прямо напротив часовой башни. То есть часовую башню в Кемере все знают. Точно найдете. Давайте посмотрим с вами. Так, в общем, магазин очень большой. Здесь есть и кожаные изделия, и шубы, и дубленки в том числе. В общем, все, что вас интересует. Ага. Пол с подсветкой. Сейчас мама у нас посмотрит. А сколько жилеточки вот такие вот стоят у вас? Меховые жилетки. Это вот для автолюдей. От $500, да? Да, да, и выше. $500 и выше начальная стоимость. Ну, а вот такая скидочки вот, допустим, ну, понятно, что скидки. Вот такой, например, можно до $450. 450. Да. Это писец? Да, это писец. Крашеный, да? Он крашеный, и на аукционах закупается мед. Ага, вот так вот с кожаной, видите, вставкой. Там замковый со сделкой. Так, пальто. Померите мне, какой на мой писец. Пальто с 3-8 потечный. А в каком осенний, видите, девочек, подойдите. Нет, вот. 42. Не, это ж пальто. Ты хотела... Ты шубу хотела? Я хотела шубу посмотреть, светлую. И шубы, и все-таки вам альпаку дам. Так, пальто с воротничком. Это альпака настоящая. Настоящая альпака идет без подклада, отшивается, как тонкий валенок. Это шерсть? Это натуральная шерсть. Да, вот как валенок скатывает, так только это вообще. Ну, это пальто, она шубу хочет. Я хотела только померить. Не, ну давайте, нет, давайте, давай. Ну-ка, мама. А вдруг вам понравится? Будешь, да нет, ну, что, будешь супермоделью, давай посмотрим. Не, ну зачем я буду мерить? Ты примерь, посмотри. Но это на какую погоду считается, вот, допустим? До минус 18. 10, 15, она идет 100%. Потому что она прям тоненькая такая. Это шерсть. Шерсть, да.
Ну иди посмотри. А что тебе смешно? Ну, оригинальный, я таких еще не видела. Шерсть тонкая, укороченные рукавы здесь получается. И сколько вот такая модель стоит? Эти модели у нас начинаются от 600. Вот это вот пальтишко, допустим, такое легкое, такое сколько стоит? От 300 долларов. Из чего это состав? Это кашемир. Это кашемир. Французский кашемир Рафаэлло. Угу, смотрите, модели есть разные. Есть да. С длинным рукавом, есть со средним рукавом, есть вообще без рукава. Ну да. Это как получается, как жилет идет, получается. Вот они. Жилетиками идет. Есть мой размер померить, допустим, сейчас посмотреть. Так, меня люди просили шубы посмотреть. А, и вот такие, кстати, курточки тоже джинсовые просили посмотреть. А такие сколько стоят? Они с подкладкой, с утеплёнными. Они с подкладкой, все снимается, можно спокойно подать машину и все работать. Угу. А стоимость? Стоимость, они тут 450 и выше. 450. Если вам что-то нравится, вы можете отвесить. Ага. Мы сядем за стол, и я напишу вам цену. В общем, цена договорная. Конечно. Кроме нас есть старший еще, который вам сбросит цену. Ага. Поэтому вы не зацикливайтесь на цене. Нет, людей интересует. Вот в Ютубе, допустим, ага. Зрители смотрят, они уже понимают, там, да, на какую стоимость ориентироваться, ехать, не ехать. У каждого же свой бюджет. Вот он, она вот такой жилетик. Оригинально. Ну, а оно вот так вот и должно идти, да? Да, да, вот? Да. Ну, красиво. Это вот, знаете, вот сейчас на тот период, когда у нас холодно в Москве, я не знаю, что одеть. Одел такой, и все. Мама померила, да, так? Симпатичная модель, да, симпатичная. Кашемир, она такая мягкая, приятная. Это Рафаэлло, я же говорю, французский кашемир. Ух ты! Мама у нас в шубе. Не мой. Почему не твой? Я такую длину не ношу. Хотя бы ниже колена. А длина, мне кажется, хорошая. Не нравится тебе такая? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, маме шуба. Мне кажется, очень хорошая. А модель. Размерный ряд какой? Вот самый максимальный? То есть вот... Начинается от эски до 52-54. Вообще можно заказывать даже до 60-го размера. Еще у меня вопрос, знаете, какой задавали зрители? Можно ли здесь сшить платье на месте кожаное, допустим, по параметрам? Можно сшить. Да, юбки можно, брюки, платье можно сшить. Нет, вот платье такое простое, самое простое прямое кожаное, платье. Да? Кожаное, можно. Да. И сколько это будет приблизительно стоить? Приблизительно, смотря, зависит от кожи. Угу. Все зависит ну, от допустим, кожи. Самая простая ну, кожа. Нет, классика, самая простая классика будет стоить, ну, как плащик он будет стоить, от где-то 500. От 500 долларов? Нет, где-то 500, 550, 600, смотря 500. Размер еще какой. А какой по времени? Расход? Максимум 2-3 дня. А, максимум 2-3 дня. Дня да. Угу. Максимум. Ну, давайте, сейчас вот такую курточку хочу посмотреть. Норочка, скажите, что штука. Угу. У меня есть. Вы посмотрите, бывает и надо цвет, вы не хотите, не нравится. А модель вот. И одели. Вот, ай. А, ну да, это все, да? Да. Не вот это. Угу. Смотрите, она отстегивается. Можно просто курточку даже одеть джинсовую. Угу. Вот это все отстегнуть, мех, подкладочку. То есть мех идет вместе с подкладкой отстегивается? Да, 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 да. Это да? Все отстегивается, даже стирать удобно. Угу. И можно носить как бы прохладную погоду. Ну понятно, курточку. То есть она так где-то 5 градусов, мне кажется, хорошо будет. Так. Это как каракули, что ли, я не пойму, да? Да, каракули шубы с норочкой, да. Размагодились, что покороче. Ну, тебе вот хорошо, знаешь, что сама модель, вот, мне кажется, хорошо, что она вот не расширяется. А размер проблем нет. Можно все заказать. Сейчас. Не дотянется даже. В данный момент. Вот как? Заказать это можно. Похоже на Оксану. Нет, это но понятно. Просто нет, нет, они сейчас модны, популярны. В Москве многие в таких ходят.
То есть пришел к вам покупатель, мерки дал свои, да, оставил, да, да. Можно под заказ. В течение 2-3 дней рабочих. В течение 2-3 дней могут вам сделать. 4 фабрики в Стамбуле. А, у вас вот все-таки, да, люди это спрашивали. Это фабричный товар, и в основном здесь идет товар брендовый, что вы знали. Угу. Именно в Москве, который продается в бутиках. Угу. Это, так скажем, не рыночный товар. Не рыночный товар. И что мне, так и убрать, не заговорить? Нет, но ты знаешь, вот этот вот вариант для женщин, которые любят водить машину. Вот для них, автоледи. Допустим, да, автоледи. Меня спрашивали, кстати, вот такие моменты автоледи. И цветовой гамме есть несколько вариантов. Вот. И сколько такая автоледи? Она, посмотри, там, по-моему, где-то стоит, как норковая шуба она стоит. Как норковая шуба. Но она тоненькая, как раз-таки для машины, то, что надо, потому что в машине обычно жарко. Да, я же говорю, какая норковая шуба стоит. Ваня, отойди, пожалуйста. 1800 долларов. Нет, я понимаю, что долларов, хотя я в какой-то момент уточнить. Так, это какой состав, значит, получается? Все это идет? Нет, не все. Вот это вот идет астраган. Никого. Ой, то астраган идет. Так. Бобер, скрещенный с шиншиллой. Угу. Арилакс. Я неправильно сказала. Арилакс. Вот это. Так, давайте с вами пройдемся по ассортименту. Ассортимент абсолютно разный. А вот такая сколько стоит из норки? От 1500 выше. В сумке мой, посмотри, пожалуйста. Есть свет. Вот это Рекс, да? Кролик. Это Рекс. Вот это Рекс. Ага. И сколько такие из Рекса? От 500 начинается. А вот это Арилакс. А это что бобер, скрещенный с шиншиллой. Это Арилакс. Бобер, скрещенный с шиншиллой. Вот это. Угу. Вот это кролик. Это кролик. Мы в Стамбуле были. Мы вот такую шубку покупали. Только я не очень хорошо помню, за сколько. Подруга покупала у меня. Видели такие модели. Так, ребят, ну, в общем, моделей очень-очень много. Каждый найдет на свой вкус, потому что есть и длинные шубы, и укороченные шубы. Максимальный размер. XXX. Можно такой. Под заказ могут сделать. И вот такие шубки. И вот такие шубки. Так, вот называется фирма. Свободного плана. Артиста, да? Артиста, ага. А это у нас что? Тоже Арилакс. Ага. Ну так, хорошо, значит. Ладно, мы сейчас с мамой. Она хотела бы у вас какое-то что-то посмотреть из кожи. Пойдем посмотрим, будем подбирать тебе... кожаную. Не нашла ты здесь шубу себе? Здесь есть еще, видите, какие модели связанным рукавом. То есть она получается как жилеточка сделана, и в то же время вязаный рукав идет. Современные модели. Так. Кожаных довольно-таки много. Ты хочешь утепленную? Дубленки. Дубленки есть как длинные, так и укороченные. А при кожаные пуховички. А, это даже пуховики, да? У меня, кстати, такой был пуховик кожаный. Очень классного качества. Посмотрите, пожалуйста. Ау, я снимаю, я просто хочу и там посмотреть. Да, интересная моделька. Не, ну она кожаную хочет куртку. Модель интересная, она, видите, вся такая современная. Сейчас модно вот эти вот полоски воды по бокам. Воды не боится, чтобы вы воды знали. Не боится. Да. То есть она чем-то обработана, да? Да, неплохая. Такую не хочешь? А дайте, я такую померю, пожалуйста, посмотрю. Есть размер? Есть. И сколько вот такая стоит? Вот эти изделия от 600 долларов выше. Угу.
Так, вот таким вот образом выглядит эта дубленка. Можно носить и на одну сторону, и на другую сторону. Нет, эту нет. А, это нет? Только на одну сторону. А это карманы. Карманы на замках получается? Да. Вот. Ну, интересная модель. И сколько такая модель стоит? От 600 начинается. От 600 долларов. А что это за кожа такая? Теленок. Нет, у нее выделка просто такая интересная. Это обработка такая специальная. Такая обработка. Потому что они разные обработки есть. А карманы-то какие шикарные. Вот двусторонняя. А, вот это двусторонняя. И с одной стороны, и с другой стороны. И вот он, этот воротничок модненький. Сейчас вязаные вот эти вот у вас воротники. Свет другой. Это светлая. Это размер побольше, чем вот эти. Кожа имеет никогда не стоит. Так, а это великовато мне, Лев? Великовато, да. Нет. 50-й размер. Но мне вот коричневый цвет больше понравился с белыми рукавами. Она как-то... Давайте попробуем размер больше вот этого. Какой на размер больше? Вот, который мерила. Она мне большая, мне кажется, была. Рая, дай, пожалуйста, вот. Это мало было? Это не было мало. Еще раз попробую. Так, смотрите. Вот такие вот есть варианты. Это что? Ну, это не дубленка. Это получается то же самое. С разными вставками. Цвета тоже есть абсолютно разные. Слушай, вот это вот хорошо, мам. Лен, ау. Это ж я ж на голое тело, как говорится, одеваю. Хорошо, в данный момент размер ваш не остался. Мы можем заказать в течение 3 рабочих дней, будет готов. Мы уезжаем. 13-го уезжаем. Это тоже очень интересная модель. О, да, еще даже и интереснее. Это двухсторонняя. Угу. Почему, мама? А мне вот очень нравится. Мне не нравится. А мне нравится, что у нее вот здесь вот вставка вот такая, мне нравится по внешнему виду. Ты смотри, тебе же могут больше дать. И тут прямо давить. А ну снимайте эту модельку. Угу. А мне очень понравилось. Напишите в комментариях, как вы считаете. Мне кажется, эта модель очень красивая. И эту можно на две стороны. Угу. Ой, мне не нравится на две стороны. Почему? А вы не носите на две стороны. Ты носи на одну. Нет, у нас дожди все время. А тебе, да. Тебе женщина говорит... Вообще супер. Да. Мне очень нравится всегда светлый цвет, мам. Красивый. Вот это вообще суперская. Не носите с той стороны. Я тоже не ношу с той стороны. Никогда. Кукляшная. Красиво. А ну как? Смотри, какая классная. Тоже не нравится? Нет, нет, это такая. Где она классная? Классная. Ну-ка, посмотри на меня. Такая кукляшная. Угу. Ну, в Москве она не... Это точно такую она не увидит. Это в Стамбуле. Вот все фабрики здесь находятся в Стамбуле. Сюда везут. Да, здесь никаких... В Стамбуле Принателе называется. Ага. Посмотри, как красиво. А где в Стамбуле вас, допустим, найти можно? Кто вот в Стамбул полетит? Есть Зейтинбург, ну, улица такая. Зейтинбург, ну, да. Там находится. Ага, мы там были на этой улице, Зейтинбург. В общем, мама сейчас пока что ищет, что хочет она еще. Я вам покажу пока модели, какие есть. Вот такие модели есть утепленные. Здесь понятное дело, что вам называют начальную стоимость, а потом вы торгуетесь за эту начальную стоимость. Мама, а вот такого плана нет? Это маленькая. А, это маленькая. Мы еще одну модельку. Да. Вот так вот. Мама отказывается сидеть.
Катя говорит, ей она маловато, она почему-то чувствует, что маловато. А мне очень понравилась это модель. Молодежная, И главное, двусторонняя она, видите, получилось. Нет, у нее очень красиво вот эта вот отделка сделана, по бокам красиво сделана. Карманы мне нравятся, что здесь накладные такие, не встроенные. И это же вот зимний вариант, наверное, до минус 15 точно минус будет тепло. Минус 18-20 спокойно можно. Даже минус 18. Астрахану, потому что она очень удобная по метро. Угу. Есть, она очень удобная и практичная. Запомните, Астраган. Вот это не толстая. Вот тоже симпатичная. Ну, это да. Тоньше, Лена, тонкая. Ну, это пусть будет до минус 15. Вот эти карманы, а мне вот наоборот нравится, ну, что они же для красоты сделаны. Эти карманы же модные сейчас очень, даже вот такие накладные карманы. Ты как Снегурочка в ней. Я думаю, что вот эта модель многих заинтересует. Для женщин, которые кричат, вот это не надо, я на этом останавливаюсь. Я знаю, как она классная, изумруд. Это 54-й размер, да? Да. Так, а вот здесь вот целый ряд кожаных изделий, они все со скидками идут, потому что осталось по одной штуке, да? Но размеры, наверное, скорее всего, маленькие или нет? Нет, нет, я со скидками, про скидки. Маленькие размеры. А, в основном маленькие размеры. И сколько со скидкой, допустим, вот такая курточка будет стоить? От 150 до 200. От 150 до 200. Меня просто спрашивали косухи, допустим, какую-нибудь косуху люди. Вот такая вот, мне кажется, очень интересная модель куртки. Выделка у нее синяя, красная. В общем, ну, я считаю, что, в принципе, каждый может найти себе здесь по вкусу то, что ему нужно. Вот эта модель светлая. Есть абсолютно разные модели. Есть вот такая вот кожа сделана, как интересно. Вот такая вот интересная модель с поясом. Так, есть вот такие вот укороченные косухи. Сейчас от меня отошли. Такие вот. В общем, много моделей кожаных курток. Много, нужно терпение и желание торга. Приехали мы в следующий магазин. Называется вот так вот. А, Пиано он называется. А это уже вот фирмы, да, какие-то вот. Гайлерши. Ага. Так, здесь уже вообще очень интересные модели. Вот эти, допустим, с укороченным рукавчиком. Меховая опушка и само пальто. Внизу, да? Здесь пальто в основном. Пойдем, Ванюськи. Здесь и кожаные сумки тоже представлены. Алло. Да. Катя, сюда вниз. Здесь еще больше моделей, чем в предыдущем центре. Очень много моделей. Сейчас маме начнем подбирать. Симпатичную, удлиненную. Ты хочешь удлиненную, да? Такие вот, смотрите, фирма вот это вот Пиано, Лезер Форд. Ну это легкий, понимаешь? Ну ты хочешь теплее. А вот, кстати, как у меня пуховик, смотри, зимний. Только это короткие, а есть такие длинные. Вот, вот. Практически зачем? Один в один. Мне черный там не надо. Нет, ты светлый, смотри, там с той стороны сейчас себе подберу, да? Такая модель очень интересная. Не, это маловато, сразу видно. Модель интересная, но маловато. Понравилась на манекене модель. Вот этот мех Тоскана. Смотрите, как хорошо смотрится. Чем модели, видимо, не видим. Мама хочет вот такого плана.
Ваня, отойди, пожалуйста, от бабушки. Дай бабушку рассмотреть. Ну, попрямее, да? Попрямее какую-то модель. Вот не расклешенную, а попрямее, да. Да. Ну, посмотри на него. Ну, вот это попрямее, кстати, да? Вот это попрямее. Ваня, отойди, пожалуйста, от бабушки. Это попрямее, Ген. Ну, мне нравится, что карманы. Так это же для красоты карманы такие сделаны. Это мод такая. Мне нравится, но я бы вот посветлее бы все-таки взяла. Бежевый вариант. Да. Это в этом году мода такая, да, что они двусторонние вот в основном все идут. Что, видите, модно и так, и так. Да. А у вас даже такая услуга есть, что в Москву могут привезти, доставку сделать? А сколько доставка стоит? О, вот это вот уже интересней. Туда карманы выворачиваем. Вот такого плана мне нравится. Ну, я думаю, что я оставил при администрировании, поэтому... Ну, она вымена. Если я ошибаюсь, то попробую. Ну, вот модель красивая. Да, чуть-чуть маловато, надо на размер больше. А может быть, даже на два. Это обратная сторона, основная сторона другая. Вот это красивая, да, просто размера нет. А вот это молодежные, вот такие вот курточки. Слушайте, ну стоимость сейчас не имеет смысла назвать, потому что стоимость, тут торговаться. Здесь прям целые столы для переговоров. И понятное дело, что если там первоначальная цена 600, то можете доторговаться там. Все зависит от вашего умения торговаться. Меня просили кожу показать, какие модели есть. Я показываю, какие модели есть. Модели, мне кажется, на любой вкус. Вот они, кожаные, без рукавки. Так, ну тоже маловато. Мне не нравится. Ну вот предыдущая интересная была модель. Такая, не-не-не, с разными вставками, там, с одним, со вторым. Но не было такой в наличии. Такая вот, смотрите, лимонная. Да-да, вот эта, ага. Но она мне маленькая, причем написано XXL. На самом деле, конечно, не XXL, но цвет очень красивый. Сейчас пойду спрошу, сколько такая стоит. Девушка, а вот такая вот сколько курточка лимонная стоит? Это 3XL. Это большая. Та на кассе, все. Так, вот это вот интересная модель уже. Мы общую сумму сделали. Светлая. Сейчас тут 3 изделия. Нос. Ну, чуть-чуть маловато. Так вот все хорошо, но чуть-чуть вот в груди маловато. Вот еще одну принесли. Мы же астраган выбрали, надо астраган тоже. А где взять? Нет, мы пошли на подбор. Да. Это сейчас Давайте. Размеры побольше есть. Есть? Да. Вас как зовут? Венди. Сейчас приехал водитель. Я просто сумки хотела посмотреть. Майкл Корс. В общем, дорогие друзья, съездили мы вот на вот этот магазин от нашего отеля. В общем, моделей много, я вам показала, все есть. Но, разумеется, нужно торговаться, это однозначно, это в первое. Но размера, к сожалению, маминого не оказалось. Вот. Но предлагают, что могут привезти через 2 дня, но мама опасается, что через 2 дня все-таки... Мало ли, может быть, там что-то с размером все-таки будет не так, не подойдет ей эта вещь, понимаете? Да, да. Поэтому она хочет все-таки купить и сразу, как да, называется. Конечно. Но за нами вот прислали, видите, какую машину. Конечно, были продавцы разочарованы.
что мы ничего не купили. Съедят. Да нет, ну на самом деле все вежливые, все вежливые, все нормальные. Ну просто есть определенная цена у вещи, за которую там ее больше не отдадут. У мамы максимально было 320-350 она хотела купить долларов. Ну, в принципе, как бы у нас, я в том году покупала за 20 тысяч подобную куртку, да? Конечно. Не, ну 400, наверное, где-то. Можно за 400, может быть, было с ними торговать. Ну, нету ее, самое главное. За что торговаться? Если бы она бы ей села, то можно было. А это привезут, подойдет, не подойдет. В общем, брать лишь бы было, смысла нет, как бы у нас же тоже все эти изделия есть. Конечно. Но то, что здесь выбор очень большой, он, конечно, гораздо больше, чем у нас такого выбора нет однозначно. Хороший. А, ну и самый главный момент. Все фабрики, запомните, находятся в Стамбуле и находятся в Измире. Поэтому это оттуда привозят. Оттуда все это привозят. Но это вот именно от фабрики действительно сюда привозят. И сшить быстро здесь не получится. Здесь не шьют. Ни в Анталии, ни в Кемере здесь не шьют. Здесь просто могут вещь подогнать. А если вам что-то понравится, то вы можете заказать именно оттуда. В течение 2 дней вам привезут. Здесь не шьют. Что, Ванюх? А мы тут сейчас приедем в отель и где-то будем искать игрушку. Понятно, у ребенка ему самое главное игрушка. Так что спасибо огромное вам за то, что вы были с нами. Вы меня просили обзор снять. Я вам обзор сняла. Это не реклама, это все по желанию. Нравится вам, не нравится. Можете приехать, посмотреть. Что было, то и показала. Спасибо вам огромное за то, что вы были со мной, за ваши комментарии, за вашу ответную реакцию. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока.